Техник, открой себя для будущего, так называется новый профориентационный проект. Его разрабатывают на базе Нижнетавдинского отделения агротехнологического колледжа. Суть проекта в том, чтобы рассказать местным ребятам о технических профессиях, направив их на получение инженерных специальностей в будущем. Начать профориентацию намерены с детского сада. В колледже на мастер-классы будут приглашать дошколят и школьников. Реализация проекта начнется в следующем году. Проект только начинает свое движение, посмотрим, как это будет. Я думаю, что инженерную грамотность у наших детей Нижнетавдинского района, независимо от того, будут они нашими студентами или нет, но развивая инженерное мышление, мы сделаем большой плюс в развитии наших детей.